о чем все отношение. Что значит все? Территория тавтологии, тело в разрезе шум новой музыки. Бесконечно дорога из душа, видел их мертвыми, буквы, вырвало теплым бульоном в сквозном перерыве аварии. Кайф катастрофы в пути под рукой. Я пассажира равна труп персонажа в пейзаже на самом дне. Я выехал на рассвете, когда птицы еще спали, и утренняя роса сверкала на траве лугов, как децентрированная функция нескольких социальных доминант. Холмы, куда отступило войско, были не такими высокими, как можно было ожидать по описанию. На самом деле их вряд ли вообще можно было назвать холмами. Ночью же, пока они спали, их сад поразила кара от твоего Господа. Он заставил ветер бушевать над ними в течение 7 ночей и 8 дней без перерыва, и можно было бы увидеть людей поверженных, словно рухнувшие сгнившие пальмовые стволы, а на рассвете они стали звать друг друга. О, джинны и люди, если вы можете проникнуть за пределы небес и земли, то проникните. Схватите ее и закуйте, а затем бросьте ее в ад. Когда горы раскрошатся до мелкого щебня, а затем превратятся в развеянный прах, когда небо расколется, когда звезды осыплются, когда моря смешаются или высохнут, когда могилы перевернутся, когда каждая душа узнает, что она совершила и что оставила после себя, когда зарытую живьем спросят, за какой грех ее убили, никакая грамматическая парадигма не спасет тебя от смерти, но полюбить того, кто убил наших любимых, мы никогда не сможем. Рисунок. Осколок. 1. Не в кармане. Нетрудно, почти невозможно. Поездка завтра. Сквозь лобовое нет утром. В 2 слога. Там, где туда. Путями эквивалента. В пачкающей одежде обусловленности. Напротив. Вдыхая. По всей ширине. Каждый шаг. Что бы было, расслышать во взрывах стекла множество хорошо освещенных, не легших в основу, не составивших факта голосов. Но возникает возможность на выселках Зева, на обочинах Буд. Чем не спектакль, разрозненный в нищей страте? На спортивной площадке, ниже нуля, отнесенный к едва различимому пятну, скрывшийся среди воя студенного ветра снизу, который час среди высоты звучит, напоминая о себе здесь, и вспомнить тебя, как оно после молчания в поле, закрытое до ухода. Стойкий металлический скрип, собранных в печать речи сосен. Высота? Без понятия. Если бы рваный сосуд, и как им легко говорить о том, что потеряно, в том числе трещин, склеротических бликов на сталинских стенах. Если бы гильзу, каждый летящий предмет, безусловными пальцами, нахуй дыхание острого выдоха снова.